Фирма «Сантехрезерв» предлагает все виды сантехнических услуг. Замена труб, реставрация ванн, устранение засора труб, установка и замена смесителей, подключение стиральных машин, ремонт и установка сантехники, комплексные ремонты квартир, отделка помещений, а также теплые полы, сварочные работы и многое другое. Заключение договоров, рассрочка платежа, гарантия. Фирма «Сантехрезерв» – это качество и разумные цены. С 11 до 20 марта в торговом центре «Радуга» по адресу улица Советская, 36, состоится ярмарка меха от ведущих фабрик России. Цены остаются прежними. Огромный выбор шуб от 10 тысяч рублей, а также дубленки, пуховики, пальто мужские, женские, шапки. Предоставляется кредит без первоначального взноса. Акция «Принеси старую шубу и получи скидку до 20 тысяч рублей на покупку новой». История любви и непонимания по пьесе Людмилы Разумовской от режиссера Печорского народного театра Светланы Григорович и актрисы Жанны Антоновой, Ирины Поповой и Надежды Рожновой. Только один раз на сцене городского объединения «Досуг» спектакль «Под одной крышей» 19 марта в 17 часов. Для зрителей старше 16 лет все другие ограничения отменены. Не пропустите. Телефон кассы 727-85. Наши работы, футболки, дизайн по вашим пожеланиям, с фото и без. Заказать можно в центрах обслуживания клиентов объединения «Волна» по адресам: улица Островского, 74, телефон 70070, улица Ленина, 16, телефон 79099, сувенирный отдел, улица Русанова, 16, телефон 355-75. Также принимаются заказы в сообщения в группе. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 356-90. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.